Нерабочая система. Я тетеньке говорю, ну почему не сделаете? Мастеров не дают, короче. Поставьте заправщика, пусть, сука, он держит пистолет, блядь. Никто не идет работать. Роснефть. Ну это же дрочь. Сука какая-то, блядь, а. Роснефть, вы хотя бы перчатки выдавайте, вот сюда ложите, чтобы можно было перчаткой вот так вот поддеть, чтобы она хоть как-то держалась. Ну ладно, ребята, это еще все семечки. Пойдемте, я вам покажу. Мы вам рады. И да, 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 мы с Алюхой. Я тут как-то заправлялся на этой колоночке. Сейчас я вам покажу. Вы даже просто не, вообще не додумаетесь. Роснефть додумалась. Выдали вот такой брусочек, камушек. Потому что здесь тоже пистолет не работает. Я еще на той неделе заправлялся. Знаете, как он работает? Нажимается вот эта штучка. Берется камушек. И вот сюда вот он вот так вот пихается. Он специально здесь лежит, я вам клянусь. Я так заправлялся. Потому что здесь вот эта система тоже не рабочая. Ремонтировать не хотят. Я на той заправлялся, бля. Просто когда берешь много литров, да, там 500-600 литров, и стоять вот так вот, просто ее держать, у тебя рука отекает, и поставьте человека. Никто не хочет идти работать. Вот, видите, как красиво я сделал. Перчаточку туда запихал, затрамбовал, держится. Заправляется. Попросил еще в тот раз сделать. Не хотели. Короче, эта заправка как с Ростова вот на Таганрог ехать. Роснефть. Бля, я даже не знаю, есть тут адрес, нет? Какой тут адрес? Чтоб знали. Где нужно починить, нет адреса. Приедьте, пожалуйста, почините колонки. А подскажите адрес свой, пожалуйста. А там написано на дверях 9 километр, трасса Ростов-Таганрог. Здесь, да? А, вот, вижу, спасибо. Опа. А ему я помогаю. Девочки получают 35 тысяч. В магнит сейчас пойдешь, там не такой этот, и тоже 35-40. Мы все туда уходим. Ну, а вы пишете, жалуетесь, да, что колонки не работают? Конечно, конечно, у нас заявки есть. Мы дублируем эти заявки. И никто не реагирует, да? Они хотят работать, потому что, наверное, не платят, да? Зато цены красиво, да? Да, а цены завтра опять это, на дизель. Зато цены красиво делают. Это тоже не работает? Да. И тоже приезжал, посмотрел, говорит, у меня нету сейчас этого. И поехал. Можешь сбор открыть, Илюх? Да. Я говорю, можешь сбор открыть, говорю, на заправку. Ребят, давайте скинемся, пистолеты на заправке починим. А то они бедные не вывозят на Роснефти. Колонки починить не могут, калитку починить не могут. Операторам зарплату не платят, блядь.
До свидания. Дай бог вам здоровья. Бедная тетенька. Одна хуярит, говорит, операторы даже не идут на работу. Да с кофе наебывают. Стакан 300, наливает, ну, 250, наверное. Не, ну, мое возмущение, ребят, почему? Сука, цены лупят, ну, пиздец, 62-60. Деньги зарабатывают, а... Починить не могут. Как оператор, говорит, женщина, кассир, как правильно назвать. Мы заявки пишем, а их, говорит, отклоняют. Я хочу показать вот этот брусок. Еще раз. Мало ли, на заметку возьмут там Газпром или Лукойл. А ты заправлялся с ним? Нет. С той стороны заправляешься? Да. Он не держит. В прошлый раз. Вот этот камушек вот сюда вот надо засовывать. Понял? Да. В прошлый раз я там заправлял. Это, наверное, с Роснефти выдали специально. Это, блядь, просто к тому, что это не первый случай. Я тут уже, блядь, заправляюсь на третью или четвертую неделю, и никто... Ну, месяц работаю здесь, никто не реагирует. Она говорит, мы заявки пишем, а толку от этого нету. Долго что-то. А ты все заправился? У меня же пистолет там. Ого. Пошла ракета. Что за красоточка, а? Короче, мое возмущение очень простое. Деньги зарабатывают, цены ебучие, элементарно просто пистолеты починить не могут. Мы же, блядь, приезжаем, свои деньги вам оставляем, сделайте. Даже этого не хотят. Заправщики, говорят, не хотят идти работать за копейки. Операторы не хотят идти работать. Она одна. Она говорит, я уже забыла, как это в кабинете. Говорит, сидеть. Я не стал тетю снимать, а то там еще тетеньку поругают, выгонят. На самом деле грустно. Илья Александрович, дай красиво. Давай. Пошел. Красиво. Анатолий Сергеевич, давай. Вслед за Илюхой. Илья Александрович. Сегодня, короче, мы с ним вдвоем в паре. Здорово, пассажиры. Здрасте. Здорово. Как у вас дела? Работаем. А мы катаем. Катаетесь? Молодцы. Александрович, у вас небольшой тут бригадир есть. Давай.
Сова, ты что делаешь? Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Ого, их можно сдать потом. Они увесистые. Ты будешь сдавать на металлолом потом это? Можно. С дедом пополам. С кем? С дедушкой. С каким дедушкой? Своим. А Илюха что, дедушка? Это же пластик. Одну железную нашел уже. Раскуси. Сможешь вот этих раскусить? Не знаю, мне Илюша делать. Ну, кому делать нечего. Ходит, бля, помпы собирает. А чем еще заняться на выпуск? Ты что ты хочешь, Илюх? Упасть на этот? На процент? Да. А, это ты ему одну раскусил, железку эту дал? Да. Мы тут металл добываем. Ай. Че там, Илюх, с колесиком? Накачал. А? Накачал. Опять? Опять. Снова? Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От слияния с бесконечным вечным. Понимаешь? А ты мне опять со своими там это... Иди суетись дальше. Это твое распределение, это твой путь. Штурман мой спит. Мы на разгрузке, разгружаемся. Колодки. Колодки шикарные. Короче, это, решил отбалансировать колесики, снять груза вот эти страшные, ужасные, которые на диске. Сейчас я вам покажу. Они ходят, колодки, смотрите, как чернят. Диск внутри черный. Вот это вот страхоебище хочу поснимать. Вот эти убрать. Внутри наклеить. Отмоются они, да? Брать говна, да, сколько внутри? Да. Что? Напор кончился? Внутри, конечно, хана ему, не отмывается. Красота!
что, поехали. Не подходи, только брызгай, дочь. Ну, вроде чётенько крутится, ровненько. Где масло? Нет, мокрая, дочь, то, что он, смотри, видишь, брызги летят. Мыли его. Нормально, да? Крутится ровно, но нормально. Сушняк, дочь. Вкусная вода. Уморился ребенок. Еще ты хотела, когда мы были там, в Москве. Он вообще не гуляет, прям четенько, ровно крутится. Да? Поэтому равномерно съедает ее. Что, думаешь, будет работать? А? Да. Ну ты здесь хотя бы с краю побрызгай и оставь. Вот здесь вот пробрызгай. А, реакция пошла он сверху, да? Да, я понял. Да сразу, да, начал разъедать? Надо еще побрызгать. Там небольшой, ёп. Мало набрызгал. Или смыть, а потом еще раз набрызгать? Да, я думаю, надо смыть, потом еще раз набрызгать. Бля, она вонючая, да, бля? Да. Где? Там. Ну как пизда вонючая. У кого? У кого она вонючая? Я не знаю. Откуда ты знаешь, что она вонючая? Ну так говорят все. Ну не надо на всех валить. А я повторяю. У картошки спроси, вонючая она, нет? Чем она воняет? Ты уже сказал, чем она воняет. Как пизда. Оп, сразу поперла реакция. Давай сюда. Давай, я тебя помою. Давай. Она пьет, стой. Да давай нам. Все, там 7 секунд осталось. Спасибо, братишка. Все, ебать, душ не пойдем. Все, дочь, в душ не надо. Сейчас мы вас отмоем. Что, на мойке ноги моем? Что детям пены, блядь. Ты что, блядь, ноги разрез, да? Включай. Только близко не подноси. Встань. Вставай туда. Thank you.
Нету больше никого. На пень! Аля! На пень! На пень! Пятки отмывает на ура. Что, дочь, нормально? Угу. О, ножки Ленки чистые зато теперь. Папа вам не мама. Сейчас вот этих новых этих китайцев. Че, Илья Александрович, уебал нахуй колесики, да? За чей счет банкет? За чей счет банкет? Фирма класс. Нет бы работать, он, блядь, колеса колет. Вадику позвоним. Какая? По счету какой колесик нужен? Плюс. Шипит. Илья Александрович, что с колесами? За чей счет банкет? За чей счет банкет? Поймал, наверное, что-нибудь, да? А? Поймал? Не знаю, кого-нибудь. Это личный штурман Илюхи. А, так вон там, вон, да. Там железка торчит. Что говорит? Ничего не говорит. Говорит? 2500 с Илюхи. Че ты гвозди не обижаешь? А? Че гвозди не обижаем? Я их не вижу. Видишь? Надо смотреть лучше. Она же вот эта проехалась. Первая. А вторая залетела. Там-та-да-дам-та-да-дам-та-да-дам. Че тут колодки? Колодки есть. Диск есть. Что-то вот. Что ты хочешь? А? Диски пришли. Диски? Ну, в колпаки диски. Ты что, солярки туда налил, блин? Да. Во, блядь, чем диски моют. Я аккуратно, кисточкой ухаживал за ними. Притащил дрыну какую-то. Какую кисточку? Для рисования? Да. Опа. Дрон. Мопед полетел. Дрон. А что вода грязная? Почему грязная? Она их пачкала. Это ты там взял, они, наверное, двигатели отмывают, но? Нет. Какая двигатель? Я же ее чистую налил. Что, не помнишь? Что, думаешь, вот это вот помыл ты? Вот я вот сейчас помыл. Что он делает? Гениальный человек. Гениальный, думаешь? Ты гениальный, Илюх? Да. Нет? Да, глянь, да. Сохнут сразу нахуй. На них можно яичницу жарить. Вот это ты помыл. Это мы не помыл. А что, думаешь, помыл? Вообще нет. Там что-то... Брось, хватит извращаться. Пыль была. Кто там лазит там? Конфета. Так вот охуенно. Чик. Чик.
Полбуханки хлеба. Угу. Чик. Хорош. Это тот же, что ли? Нет. А что у тебя с руками в мазуте? Я знаю. Там масло. Масло? Что там, дочь, контент пилишь? Нет, просто. Бля, ну пиздец, да? А что это завалит? Назад пойдет. Я бы его выкинул. Говорят, заварят, отшлифуют, будет ездить. Как новый. Как новый, но. Весь диск просто. Взял Марата. Куда же он? В бордюр уебался, что ли? Нет, товарищ был. А, товарищ был. Ты плакать пошел? А? Плакать пошел? Да. А салфетки взял, чтоб слезы вытирать? Да, да. Давай, давай. Обещаю, он там не сходится. Очень вкусный кофе вот здесь есть. Короче, я взял какой-то ореховый. Вкусно? Да. Эвелинка, горячий шоколад? Да, там просто ореховый называется. Все. Ага, Илюшка страгивается, а прицеп не едет. Потому что он поставил. Затормозил его. И забыл снять, наверное, да? Я смотрю, он пытается ехать, а что-то не едет. Надеюсь, додумается выйти снять. Или будет тебя воздух качать. Ты прицеп растормозил, Василек. Ходит он на улице. Короче, это, спасибо большое тебе, братишка, выручаешь очередной раз. Время 9, что монтаж уже должен давным-давно закрыт. Но, когда хорошие люди работают, ух, бля, аж прицеп зажег. Я колесики отбалансировал. Почему? А я тебе сзади тоже буду подсвечивать дорогу. Как хорошо видно. Мой штурман, короче, с Илюха поехал. Пап, можно я, говорит, с Илюха прокачусь? Ух, бля, езжай давай.